или бывших и нынешних. А, только 7 фугов. Визуальных искусств. Визуальных искусств. Это модно звучит. И вот с ними, и с вами, уважаемые слушатели, не оставляй мое говно. Почему же нам на ТВ? Ну, так оно говно. Издевательство. И что, и наш, что у тебя говно-говно? Потому что, по-моему, вопросы моим гостям. Владимир Чернышов, осторожно, зная собачку. Почему все-таки Града пошла! В январе 2014 ух ты! Меня с начального времени фига я гренадера сделал. Да я видел. Офиген. Скрины делал. Я максимально делал, это четверых сделал я. Максимально. Весь перчатку на фоллоплей. Тебе не лагакает? У меня же видеокарта, тебя... дорогая. Че, не забрали сегодня у тебя? Завтра забираю. Ой, то завтра, ты сегодня... Ну, завтра точно, 100%. Фига себе, я... Посмотри счет на мой. Ты на мой счет посмотри. Ну так ты, блядь, мастер. А, так у меня... Ха, у тебя 4-0. Ну, как так? Ну как так? Так, надо 40 минут сделать. Граната! Ты сделаешь? Потянем. Солдат, батяня, солдат. Тебе плохо, тебе помочь. Тебе что-то надо там какой-то... Надо точку захватывать. Ай, не про фраги думать. Где солдат снится, который батяню поет? Про ботяню, про ботяню. Там бац. Про ботяню. Про ботяню. Про ботяню, про ботяню. Еще одно слив. Я пою про ботяню. Воу! Аз 50 ехали. У тебя 5-0? Офигеть, тебя уколол. Не, 5-1 уже. Записываешь, нет? Записываю. Минуточку, я записываю. Мы захватываем командный пункт. Захватывайте. Граната! Да, блин, все мои гранаты сбиваешь. О, так у тебя 5-1. Чё-то красиво у тебя, как у моего прадеда яйца. Красиво, да? Да, как у прадеда Коки. Граната пошла! Я пишу, что кто прадед для Коки. Смотри, 6. Что там, кончаешь, что ли? Пипец, ты как так играешь? Да просто не захватываю эту точку. Смотри, 7-1. О, минус один. Мы захватываем командный пункт. Кто-то захватывает командный пункт. Пункт. Это все плоды мифа. Да, я тебя вижу. Да не нас. Да я тут пушки поднимаю. Давай захватывай командный пункт. Смотри. Мы захватываем командный пункт. Неплохо.